будет выходить на него, но нет. Это поражение капитана. Дальше 5 на 4. Два человека на больших песках. Как пройти это на самом деле? Керриган побивает Мэджиска. Капитанский грязный. Дальше Дюпри. Что делает? Старые времена. Проверка плента. Спрей 1 в 2. Свою ситуацию опять проигрывают ребята из команды Face Clan. Робс последний. И в этом эпизоде, конечно, будет тяжело. Делает фейк. 5 секунд. Все, не успел. Кто не успел, тот опоздал. Друзья, это... 15-15, и Робс, и вот как они испугались Дюпри. Дюпри просто спасает для Виталити сейчас самую сложнейшую карту, наверное, за сегодня.